Подготовка к осенне-зимнему сезону в эти дни идет как в жилых многоквартирных домах, так и проводится капитальный ремонт больших несущих труб, расположенных вдоль дорог города. Одни из таких по улице Нукуска. Здесь обновляются трубопроводы теплоснабжения, возраст которых более 20 лет. Последний раз трубы менялись на этой улице в 1991 году. По стандарту их необходимо менять каждые 17 лет. В прошлом году были заменены трубопроводы протяженностью до Мирабадского базара. В этом году идет замена труб от Мирабадского рынка до улицы Фаргана-Юли. Неоднократно в сетях жителями обсуждалось, по какой причине эту территорию копают снова и снова. По словам специалистов, здесь установлены параллельно два огромных трубопровода. По мере выхода из строя ремонту подвергался каждый из них за прошедшее время. В настоящее время работы, начатые 8 июля, движутся к своему завершению. И уже с 25 июля здесь начнется асфальтирование дороги. Надо отметить, что в текущем году на капитальный ремонт выделено 22 миллиарда 180 миллионов сумм. Вместе с этим хотим обратить внимание на следующую информацию. Трубы, отвечающие за теплоснабжение, расположенные в Мирабадском районе на улице Нукуска, впервые были установлены в 1991 году. После этого они обновлялись 4 раза. Последняя реконструкция была завершена в 2006. В этом году на проект выделено 21 миллиард 984 миллионов сумм. И на первом этапе его реализации потрачено более 11 миллиардов 346 миллионов сумм. К завершению работ 25 августа общая сумма финансовых затрат второго этапа составит более 10 миллиардов 638 миллионов сумм. В рамках проекта обновятся 2294 погонных метра труб. В настоящее время на данном участке работает свыше 200 человек, несмотря на высокую температуру. Рабочие работают несколько смен практически 24 часа в сутки. Наша задача – заменить трубы протяженностью более 2 километров. Хочется добавить, что мы приносим свои извинения горожанам за причиненные неудобства в связи с временным закрытием этой дороги. Отметим, что данные трубопроводы обеспечивают подачу горячей и холодной воды населения Якосарайского, Мирабадского, Ишнабадского, Мирзолубекского и Юнусабадского районов. Мы продолжаем следить за событиями в городе.